Добрый вечер. Холодное лето 2015 можно считать законченным. Почти все жители Северодвинска уже получили тепло. Остальные дождутся тепла, которое ждали все лето, уже завтра. А будет ли еще тепло на улице и ждать ли нам то самое долгожданное бабье лето? И почему говорят, что климат у нас становится мягче, если так холодно? Обсудим сегодня в открытой студии. У меня в гостях Алексей Климов, эколог, краевед, кандидат философских наук, действительный член Русского географического общества. Алексей Иванович, рада вас видеть. Здравствуйте, я тоже рад быть в вашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы эксперту вы можете задавать по телефону 590-700. Также делитесь своими наблюдениями, как поменялся климат за последние 10-20 и вообще во время вашей жизни. Алексей Иванович, 15 июля, ровно в середине лета, в интервью на радиостанции «Модерн» вы мне сказали, что ни тепла, ни тем более жары у нас не будет. Я оптимист, поэтому вам не поверила. Но все же вы оказались абсолютно правы. Тогда же вы пообещали очень теплый сентябрь и октябрь. Как вы думаете, сейчас бабье лето будет? Да, оно будет, потому что когда вот 15 примерно июля мы с вами говорили об этой погоде, я помнил, что рябина была обильной, вспомните осень прошлого года, рябины было очень много, и рябина, она предвестник именно либо очень холодной зимы, либо зимы без снега в начале. И вспомните прошлый год на дачах, датчики все скажут, вымерзла вся клубника. Клубники не было в этом году, вымерзла. Почему? Потому что в начале зимы не было снега. Зато потом, где-то уже в марте, снега было слишком много. Он завалил нас, но холода не было. И этот снег способствовал развитию грибковых заболеваний. То есть нити грибов, а это всегда очень серьезный вредитель, ползли просто по снегу и поражали растения. Поэтому в этом году такого вот большого урожая ягодных культур мы с вами не увидели. Ну, вот про урожай мы поговорим чуть позже, а все-таки нам уже доставать теплые пальто или нет? Нет, рано, рано. Вы что вы? Куда вы торопитесь? Вот сейчас как раз именно такое время, когда вы видите, да, утром вышли, посмотрели за окно, а там такой сумрак, плюс 10, плюс 9, ночью порой плюс 7. Но на самом деле серьезных заморозков не было. И буквально где-то вот через недельку, две недели бабьего лета нам природа компенсирует. Почему? Она просто не может. Она, природа, она справедлива по сути своей. Она обязана нам компенсировать такое лето. Такое лето было последний раз где-то примерно в 2008-2009 году, то есть именно когда холодное. Это мы, северодвинцы, любим шутить. Да, лето-то было, но два дня... Я в это время был на работе. У нас не было этих двух дней в этом году. Было три, извиняюсь. Три, вы посчитали. Было три замечательных дня. Было три замечательных дня, когда можно было в шортиках, скинув футболку, прогуляться по пляжу на Яграх. А купальный сезон мы так и не открыли. А купание в этом году мы так и, его так и не было. То есть, вот действительно, это удивительный год в том, что три дня теплых они не заставили горожан окунуться в Белое море, потому что вода была очень холодная. Ну, мы не говорим про экстремалов, конечно. Не, экстремалы – это их проблемы. Пусть они купаются. Я сам морж, поэтому знаю, что, ну, что там, окунуться всегда можно, но это не значит, что я получил от этого большое удовольствие или большее удовольствие. Вот. Поэтому в этом году потрясающе, но при обилии даже на дне города людей на пляже, купальщиков было чуть-чуть. Они не были совсем адекватными. Мы это видели. Ну, не будем уточнять. Ну, не уточняем. А чем же можно объяснить такое холодное лето? За что? Если вы говорите, что природа справедлива. А мы крайний север. У нас есть Неандамская возвышенность. Я считаю, что это главная проблема вот на сегодняшний день. И мы, когда с вами проезжаем станцию Неандама из Москвы в Архангельск, мы просто видим, что мы пересекаем какой-то рубеж. Либо снег лежит до Неандамы, либо он лежит после Неандамы. То есть каждый раз, вот осенью, весной мы видим, как-то вот Неандама решает судьбу нашего региона. Да, действительно, это мощный такой перелом рельефа, и именно он не позволяет порой теплому воздуху дойти до нас или холодному воздуху не скатиться в Вологду. Вот так реально получается. И поэтому вот в этом году это играло очень большую роль. То есть, смотрите, Россия... Юля, извиняюсь, что перебиваю вас. Россия задыхалась от жары, а мы страдали от холода. Почему? По Неандаме.
Ну подождите, в прошлом году как-то тепло преодолело Неандамский рубеж. Все-таки так мы купались. Все-таки температуры были выше, да. Температуры были выше. И здесь все зависело от температуры. То есть в этом году именно температурный баланс был таким, что Неандама стала вот таким жестким препятствием. Давайте пару градусов выше пересечем. Пару градусов выше не дали, не пересечем. А многие вспоминали аномальный февраль. Когда лыжный сезон закончился еще вот в феврале. Да, конечно. Вообще, мне жалко очень тех, кто занимается бизнесом, именно связанным с лыжами, с зимним отдыхом. Потому что, во-первых, очень поздно наступает зима, и она очень быстро кончается. То есть, это люди риска. И здесь особенно хочу сказать, что именно в этой зимой сказалось еще одно. Вымерзла клубника у дачников. Почему? Мы сказали. Потом... Малина, смородина не уродилась, понятно. Да, не тоже родилась. Прохладно, не то, не сё. Зато картошка какая хорошая. Почему? Не знаю. Да потому что вот эта именно температура и повышенная влажность, она способствует созреванию картофеля. Выкопать его единственное надо до 15 сентября. После 15 сентября клубни уже начнут очень серьезно гнить. Ну, насколько я знаю, многие уже выкопали. Ну вот а на что вы опираетесь в своих прогнозах? Я наблюдаю в первую очередь за погодой. Во-первых, народные приметы вообще не действуют. Нет? Да, вообще не действуют. Все, народные приметы надо отбросить, потому что они создавались в 18 веке в основном. И за это время так все изменилось, что они просто недееспособны. Я опираюсь только на, так скажем, физиологические и флористические признаки. То есть животные, растения, как они себя ведут. Ну вот, приведу просто примеры. Собака за 2 дня до похолодания закрывает свой нос лапой. Она сворачивается в клубочек. Она ползет под одеяло. У меня 2 таксы, я сплю, я знаю, что это такое. Даже когда домашние таксы этим занимаются? Домашние таксы, да, они меня достают тем, что когда похолодание идет, то есть они уже лезут под одеяло, они ползают по ногам, они мешают спать. Похолодание. Кошки. Кошки тоже за 2 дня до похолодания закрывают нос лапой, сворачиваются в клубок. Они не мешают, но они где-то демонстративно ложатся в теплое место. Начинают мерзнуть заранее, да, они закрываются от холода. Затем, если мы посмотрим, то очень на это реагируют вороны и сороки. Мы не привыкли их замечать. Они прыгают в наших дворах, но как только ворона нахохлилась, села на тополь, и повернулись вороны, так мрачно такая стая села, повернулись клювами в одну сторону, с той стороны придет холод. Вот прямо видно, они до этого еще прыгали там, наши вороны во дворах любят дразнить кошек, собак, а тут вдруг серьезные сели, нахохлились, молча сидят, ждут похолодания. Вот я ориентируюсь на это. Еще березы. Вот в этом году березы, обратите внимание, все березы нашего окрестности Северодвинска пожелтели одновременно, сверху донизу. Причем очень рано. Очень рано, но равномерно. Это значит, что ни холодный арктический ветер сверху, ни аномалия снизу не изменила биологию этих деревьев. Они просто раньше ушли спать. И вот это сигнал очень может быть, только скажу, красивого бабьего лета. Может быть, будет 2 недели. Но что такое бабье лето по-северному? Это просто яркое солнце. Это плюс 13, плюс 14 днем. Но все равно плюс 10, плюс 9 ночью. И только единственное, без осадков. В общем, дождей не ждем. Вот ваш прогноз такой. Но те же вопросы я задала синоптикам, специалистам Архангельского гидрометцентра по телефону. Давайте послушаем, что они нам ответили. И вот сравним варианты, даже интересно. Лето на североевропейской части страны считается самым холодным за последние 20 лет. Таков вывод Гизметео России по итогам оперативного мониторинга климата. Но дело в том, что здесь имеется в виду север, как и Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская область, все вместе. В Архангельской области летними месяцами нас не удивишь. И именно в Архангельской области нас не считается лето самым холодным. В прошлом году у нас лето было достаточно прохладное. Но в отличие, конечно, от этого года, у нас там был июнь и июль ниже нормы климатической. Синоптики уверяют, в этом году температура воздуха в июне была выше климатической нормы, а июль-август ниже среднемесячной нормы примерно на 1 градус. Кругом говорят о глобальном потеплении. И вот касается ли оно нашего региона?
В принципе, это касается всех регионов. Ну, например, у нас по тем же данным Гидрометцентра России, у нас в этом году лето в северном полушарии считается самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так что это касается и нас в том числе, несмотря на то, что лето было прохладное. Какая погода ожидает нас глубокой осенью, пока неизвестно. В Архангельский гидрометцентр прогноз на октябрь придет лишь на следующей неделе, а на ноябрь и того позже. Зато известно, уже завтра в регион придет бабье лето. Дожди постепенно прекратятся, и регион окажется под влиянием мощного скандинавского антициклона с температурой до плюс 15 градусов. В выходные дни ожидается до 19 градусов тепла. Бабье лето продлится до начала следующей недели. Ну вот это данные гидрометцентра. Здесь в студии о погоде, изменениях климата мы говорим с экологом и краеведом Алексеем Ивановичем Климовым. Ну вот совпали, да, бабье лето буквально завтра начнется. Ну оно должно начаться буквально, вот оно уже на подходе, да, буквально завтра, да. 19 градусов. Я даю только 2 недели, вот гидрометцентр дает неделю, но я думаю, что природа, она все-таки жалеет нас где-то внутренне. Я надеюсь на 2 недели бабьего лета. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы эксперту вы можете задать по телефону 598-700. Также делитесь своими наблюдениями, как изменился климат на севере в течение вашей жизни. И также я задаю вопрос дачникам. А чего такого эдакого вам удалось вырастить на своем участке в этом году или последние годы? Вот в то время, как мы мерзнем, все говорят о глобальном потеплении. Также сообщили, что июнь в этом году был самым теплым в мире. Вообще за всю историю наблюдений, а нашего региона никак не коснулось. Это было ведь исторически, потому что, смотрите, даже 10 тысяч лет назад, когда уже из Подмосковья, с территории современной Тверской области ледник ушел, здесь еще был ледник высотой до 2 километров. Там первобытные люди наверху бегали, гоняли мамонтов, но наверху, там, выше нас, представьте, где-то там 8 тысяч лет назад еще ледник 2 километра высотой. Мы что хотим-то? Тепла мы хотим. Мы тепла хотим. У нас был крайний север даже в первобытные времена. Первобытные люди, конечно, за крайний север надбавки не получали. Они жили, как они жили. Убил, съел, значит, выкормил семью, воспитал ребенка. Но на самом деле это так и есть. И вот то, что я говорю, что Неандамская возвышенность, она является очень ярким таким примером границ геологических, оно ведь реально сказывается на нашей жизни. Потому что если черемуха цветет, например, в Коноше, а мы едем в Северодвинск, приезжая в Северодвинск, мы видим, что здесь только еще завязываются бутоны на цветах черемухи. Вот оно. Где-то 2 недели разницы всегда заложено. Ну, Архангельская область вообще очень большая, как несколько европейских стран, поэтому ну, общий прогноз. Ну, мы уж молчим про то, что у нас южная подзона тайги, средняя подзона тайги, северная подзона тайги, еще и тундра. Это мы уж молчим. Потом наша земля – это земля Франца Иосифа и новая земля, где есть бора. Но вот здесь еще на что я опираюсь. Смотрите, бора есть в Новороссийске и есть в Новой земле. То есть на юге России и на севере России. В чем она заключается? Вдруг поднимается смерч и сдувает все с материка в море. Если ты не успел спрятаться, ты погиб. Тебя просто кинуло в Баренцево, в Карское море. И ты поплыл куда-нибудь, но уже не совсем живым человеком. Олени, гуси, белые куропатки примерно за сутки чувствуют наступление боры. Как? Вот ученые не могут до сих пор сказать, как они это чувствуют. Они уходят в ущелье, они прячутся. И человек только по наблюдению за животными, вот мой любимый метод, наблюдать за животными, наблюдать за растениями, за птицами. Они уходят, они исчезают, они растворились. Ты вдруг выходишь, вот новая земля, это вот просто ты вышел, высокий берег, посмотрел, перед тобой тундра, можно смотреть 10 километров вперед. И никого нет. Внимание, что-то происходит. Никого нет, значит, тебя здесь не должно быть. Вот. И ты прячешься, потому что все спрятались. И вдруг наступает бора, которая сутки метет, все там, бешеный ветер совершенно, это уровень урагана, шторма. И вот животные это чувствуют. Так же, как и в Японии. Рыбки мечутся в аквариуме за примерно 10 часов до начала землетрясения.
И много таких примеров. И у нас на севере такое есть. Ну, нам, пожалуй, повезло. Живем мы в более теплом, благополучном районе. Да вот мы-то вообще, смотрите, у нас землетрясений нет, вулканов нет. Нас с вами не топит. Вообще, мы должны радоваться жизни. И вот опять же, есть еще одно преимущество этого холодного лета. Мы уже в июне варили отличные грибовницы. Собирали грибы в лесу. Это аномалия? Это полная аномалия, потому что 2006 и 2010 год у меня записано, что мы 22 июня собрали первые белые грибы на острове Уламин. Это в рамках экспедиции Путажемское устье, изучение дельты Северной Двины. Это были полные рекорды. Мы вообще были в шоке. Я там 10 человек, участников экспедиции, грибовницы из белых грибов 22 июня накормить. Это вообще шок. В этом году, 10 июня, мы уже собирали под березовики. А бабки еще у нас говорят по простонародье. Вот. Это под березовики. Ну, это уже серьезно. Это грибы пошли по полной. То есть их настоящие можно было насобирать, настоящую жареху, сварить уху. Ну, это примерно, может быть, раз в 20 лет такое бывает. Ну, вот преимущество. В этом году было. Вот. Но, а смотрите, июль был перерыв в грибах. Я вообще раньше думала, что грибы можно только осенью собирать. Ну, нет, ну что вы, что вы. Но, и вот в этом году я вам говорю, что вот я думал, что сейчас, эту неделю пойдут грибы, какой-то, ну, какой-то климатический минимум упал, не очень хороший арктический воздух пришел, сейчас только старые грибы стоят в лесу, подосиновики, в основном немного подберезовиков, лисички чуть-чуть, но я вам говорю, через две буквально недели вот оно устоится, пойдет бабье лето, и будет массовый выход белых грибов, подосиновиков, подберезовиков и лисичек. То есть мы должны получить компенсацию за это лето. Ну вот, невзирая на холодное лето, дачники наварили уже вишневого варенья. Ягоду собрали не где-нибудь, не привезли, а на своих участках. Вот нам зрители даже прислали фотографии со своими вишнями, надеюсь, посмотреть. У моей тети в деревне под Архангельском уже который год прекрасно растет руккола. Вот по данным Википедии, на территории России она растет в европейской части, в предгорьях Кавказа и Дагестане. Ни слова про Архангельскую область. Больше всего выращивают вообще в солнечной Италии. А что удается вырастить на северных дачных участках? Мы спросили у наших огородников. Давайте посмотрим сюжет. В два раза меньше картошки собрали дачники на своих участках в этом году. Большая часть северодвинцев не урожай связывает с холодным летом. Но есть среди дачников и те, кто может похвастать обилием выросшего на грядках. Александр считает, главное – правильный уход за огородом. А в дождливое лето нашел свои плюсы – грядки не надо поливать. На урожай, например, не обижаемся. Это огурцы с половины июня, вот уже со сентября, вот собираем огурцы. Помидоры, конечно, немножко похуже, но нормально тоже сказать. А так, картошка нормальная в этом году, все вроде ничего. То есть мнение такое расходится, да? Кто-то говорит, что вообще картошки нет в этом году. Ну, у кого-то нет, у кого-то затопило, кто-то надо следить за ней, чтобы было это не в воде, как дождливый это год. Надо, чтобы водичку спустить там в канавки, чтобы она на участке не была, на огороде. Тогда и будет урожай, надо все руки везде приложить. Меньше картошки, гнилая, треснутая, плохая. А вот для сравнения, в прошлом году сколько ведер собрали в этом? В два раза больше. В прошлом году было? Да. Угу. А вот огурцы, помидоры, трава, зелень? Вот и нормально. Многие северодвинские дачники умудряются не только картошку в неурожайный год сохранить, но и экзотикой могут похвалиться. Выращивают арбузы, дыни, яблоки. А обильный урожай вишни в этом году для многих стал шикарным подарком в обмен на холодное лето. На участке, в теплице виноград, на улице груши. И вот уже собрали первый? Нет, еще не собрали, он еще висит. Собираем в конце сентября. То есть есть, да, и виноград? Конечно, и груши есть. В прошлом году у меня винограда было 120 кистей, в этом году поменьше, потому что плети не успели вызреть. Большой урожай был. В этом году кистей 60 винограда. А груши? Ну, груши немножко, там, наверное, штук 15 висит, но она еще маленькая, с меня ростиком только. Вишня росла, вишня цвела хорошо, но потом, я считаю, что из-за холодного лета, опять же, урожай, вишня мелкая и мало ягод, а цвела хорошо.
Изменение климата мы обсуждаем с экологом и краеведом Алексеем Климовым. Алексей Иванович, виноград, груша, вишня. Такое впечатление, что в Воронежской области у них дачные участки. Ну вот пошло это сочетание, понимаете, что вот сейчас уже вишня. Очень капризное растение, очень капризное дерево. Вишня даже в Тверской области, в Подмосковье, на урожай бывает 3-5 лет хороший. То есть вообще такое, ну, капризное оно. И вот это сочетание. Потепление климата, у нас яблоки лучше, вишня лучше, грушу можно выращивать. А вот наши-то местные, как раз картофель, обычные вот наши, вот репа, все такое, турнепс, они хуже себя чувствуют. Вот в этом проблема. То есть идет адаптация. С юга-то гости пришли, они чувствуют себя лучше, а наши-то местные хуже. То есть все-таки потепление, невзирая потепление на это лето, есть? Потепление неоднозначно, да. Оно просто неоднозначно. Вы верите в термин глобальное потепление? Оно однозначно. То есть потепление настолько однозначно, что даже не спорим. Ну вот конкретно у нас на севере, не на всей планете, какие изменения климата нас ждут в ближайшие десятилетия, двадцатилетия? Пока до чего мы доживем? Ближайшие 10 лет потепление. Ближайшие 10 лет потепление. Ну что будет расти через 10 лет? На что, ну, будет все, что любит тепло. И нам будет хорошо, и грибам будет хорошо. Действительно так, Юля. Причины сурового лета 2015 мы искали сегодня вместе с экологом, краеведом, кандидатом философских наук Алексеем Ивановичем Климовым. Спасибо вам большое за участие в программе и за оптимизм. Вам спасибо. Климат на всей планете становится мягче, а мы мерзнем. Север закаляет характер, это уж точно. Это была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. До встречи.